Он, получается, у вас единственный ребенок. Он единственный, да, долгожданный, единственный ребенок. Утро в детском саду, а после обеда сразу на реабилитационные курсы. Домой Яромир вместе с мамой возвращается лишь вечером. Именно так проходит почти каждый день у 6-летнего мальчика. В 1.5 года у него первый раз случился инсульт. Мама сразу же обратилась за помощью в больницу. У Яромира диагностировали болезнь Моэ-Моэ. За последующие 5 лет инсульт случился еще 2 раза. Сейчас семья Яромира борется с последствиями болезни. Вот у него пострадала сильно правая рука. Но он практически не разговаривает, говорит всего несколько слов. То есть вот мышцы лица, у него тоже ослаблены, рот постоянно вот в таком полуоткрытом состоянии, развивается сколиоз, плоскостопие, то есть проблем очень много. У Яромира достаточно редкое генетическое заболевание, в результате которого поражаются сосуды головного мозга. И как результат возникают двигательные нарушения, когнитивные, речевые нарушения. В связи с этим ему требуется комплексная реабилитация, которую мы обеспечим ему на базе нашего центра. В научно-клиническом центре с Яромиром занимаются сразу несколько специалистов. Например, вот такое упражнение необходимо для выравнивания осанки и обучения правильной ходьбе. В таком костюме врачи называют Яромира «космонавт». Он способный мальчик, интеллект у него сохранный, он с удовольствием везде занимается, очень любит заниматься со всеми специалистами. И вот мы сюда обратились в НКЦ, хотим здесь пройти несколько курсов реабилитации. Мы выстраиваем индивидуальную программу в зависимости от текущего статуса ребенка, и каждый ребенок занимается по индивидуальной программе. В школу Яромир пойдет не в 7, а в 8 лет. Весь следующий год мальчик будет проходить реабилитационные курсы. Яромиру необходимы занятия с логопедом, дефектологом и нейропсихологом. Всю необходимую помощь семье Самкиных готов предложить научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ. В нашей клинике у нас большой спектр оборудования для реабилитации и специалистов, которые будут помогать Яромиру улучшить его качество жизни. По словам врачей, у Яромира позитивные прогнозы на реабилитацию. Но своими силами потянуть дорогостоящее лечение семья не может. Внести свой вклад можно, отправив СМС со словами «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Узнать, как отправить большую сумму, можно на сайте rusfond.ru/Татарстан. Результат реабилитации может оказать сильное влияние на дальнейшее развитие мальчика. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.